Сотрудники Росгвардии приняли участие в раскрытии почти 700 преступлений. Выявили порядка 30 тысяч административных правонарушений, в том числе на охраняемых объектах. Сегодня Росгвардия подвела итоги минувшего года. В этот период завершился второй этап ее реформирования. В структуру Росгвардии вошли ОМОН, СОБР, вневедомственная охрана, подразделение лицензионно-разрешительной работы в сфере ТЭК. Все подразделения провели большую работу по охране правопорядка в Югре. Участие во всех мероприятиях по обеспечению безопасности наших граждан во время предвыборной и выборной кампании в марте 2018 года. Это участие в мероприятиях по обеспечению безопасности наших граждан во время проведения чемпионата мира по футболу. Мы продолжаем выполнять задачи по государственному контролю всех сфер, которые в нашей зоне ответственности. Выполнить с наибольшим эффектом поставленные задачи, возможно, во взаимодействии с гражданами, региональными, муниципальными органами власти. По сути, речь идет о том, что вы умеете делать профессионально, работать командно. Нацеливаю на это, прошу считать правительство автономного округа, губернатора, руководителей муниципалитетов членами этой команды.